Соблюдение скоростного режима, состояние автобусов и наличие всех документов. Сотрудники госавтоинспекции совместно с Ространснадзором провели рейд с говорящим названием «Автобус» среди водителей общественного транспорта. При надзоре за дорожным движением проводится проверка транспортных средств, перевозящих пассажиров, обращая особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям, путевой документации, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителя документов, предусмотренных правилами дорожного движения. Подобные проверки проводят регулярно. Инспекторы говорят, что надзор за водителями позволяет снизить уровень аварийности на пассажирском транспорте и сократить число нарушений правил дорожного движения. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.